Ну что, погнали? Погнали. Так, откуда вы? С налоговой администрации? Да-да, из областного управления. Не желаете выпить? Нет-нет, спасибо, мы на работе. Так что вас привело ко мне? Сергей Васильевич, сегодня наше ведомство приняло решение о начале серьезной проверки вашего бизнеса на основании свидетельских показаний о неуплате налогов в больших размерах. И незаконной деятельности в сфере монополии. Но мы можем повлиять на ситуацию. Выбор за вами. Налоги — это святое, но я атеист. Налоги платят лишь те, кому не хватает денег откупиться. Так кто вы? Верно. Мы не из налоговой инспекции. Мы аферисты. Говори код от сейфа. Да пошли! Серьё, встречай нас! Серый, где ты там? Что такое вообще? Аферист. Это смелый человек, который делает с нами то, что мы бы хотели сделать с другими. Я ценю вашу смелость, но вы решили провернуть аферу не с тем человеком. Ученическая смерть не доказывает, что человек был аферистом, но она доказывает, что человек был глупцом. Вот и посмотрим. Заканчивайте с ними. Копать!